Всем привет, ребятки! Мы только что приехали, сегодня суббота. И сегодня, как оказалось, день города, а я хотела на него попасть, но совершенно про это забыла. Вот, и в общем, сейчас хочу посмотреть, как там мои перцы. Потому что, насколько я знаю, на неделе было довольно холодно, и, в общем-то, не замерзли ли они. Смотрите, я еще одну грядку в прошлый раз успела сделать. И в этот раз нужно рядом еще одну. Но помните, я вам в обзоре говорила. Так, лезем. Ну вот. В принципе, неплохо, даже перцы вон висят. Только не знаю, все-таки вызреют они или нет. Слишком маленькие. Мама говорит, нет смысла их дожидаться. Ну, не знаю. Маловато, конечно, но может быть все-таки еще вырастут, потому что погода вон солнечная и довольно тепло. Грядки хорошо смотрятся, прям сама довольна. Вот, и в общем, вот там еще вторую нужно сделать напротив вот этой вот. Не знаю, за эти выходные успеем или нет, потому что еще нужно сарай. Привет, друзья! Я в лесу первый раз за это лето. Но в чем бы ни был прикол, я пошла сюда совсем не за грибами. У нас здесь вообще грибов особо нету. Либо все уже разобрали, либо одни лисички. Хотя уже осень. Поздравляю, кстати, с началом осени. Вот. И несмотря на то, что уже осень, грибов из грибов только лисички. Вот. А я, собственно, пришла сюда
собирать мох. Мы его используем для теплоизоляции между этажами. Вот. И как я уже как-то говорила в одном из влогов в прошлом году, у нас потолок остался незаделанным в доме. На первом этаже там кусочек остался незаделанным, и как раз таки мне не хватает мха, чтобы вот забить. Вот. И не смотрите, что у меня кепка яблока, я небольшая фанатка яблока, просто когда-то я у них работала, и эта кепка мне досталась в качестве вознаграждения за работу. Вот. И сейчас я собираю мох, хотела вам показать одну интересную штуку. Просто не понимаю, зачем люди такое делают, ну, в лесу. Вот так себя ведут в лесу. Вот, во-первых, покажу вам сейчас. Вот у меня тут в мешке мох, я его отдираю. Вот тут вот он не такой, кстати, крупный вырос в этом году. Не знаю, может быть, из-за дождей, но он очень мелкий. Но я выбираю, который подлиннее, и складываю его в мешок. И сейчас вам покажу ужас, который люди вытворяют в лесу. Непонятно зачем. Хотя это все можно погрузить в машину и вывести на свалку. Вот просто поражаюсь таким вещам. Не знаю, просто я бы, ну, я могу понять, что выбросили какую-то деревянную крышку, но ее можно распилить и сжечь. Какие-то металлические воронки, пластиковая крышка от стиральной машинки, еще один круг деревянный, который можно распилить, железная бочка, газеты, которые, извините, горят, мы ими топим, растапливаем печку газетами, газеты можно тоже сжечь. То есть я вот этого не понимаю, зачем весь этот мусор выкидывать в лес, ведь вы же сами загрязняете мир, в котором живете. Я вообще не понимаю, как так можно. У меня просто, ну, нет комментариев вообще никаких больше. В общем, чтобы не расстраиваться в дальнейшем, я, конечно, если будет возможность, я это отсюда все вынесу, потому что я недалеко от участков, буквально, ну, метров 20, и там участки. По возможности я это отсюда выволоку, если будет все-таки такая вероятность. Потому что одна я вряд ли подниму эти большие круги деревянные. Ну, может быть, получится. Вот, потому что, ну, это кошмар. Вот, и чтобы дальше не расстраиваться, продолжу собирать мох и, может быть, даже найду какой-нибудь грибочек. Если найду, то обязательно вам покажу потом, что я нашла. Так что увидимся.